1-0. Барса выходит вперед. Очень красивый гол Лео Месси на 21-й минуте. Но вот сейчас вспомните, как начиналась эта атака. Очень долго искал Жерар Пике адресата для передачи. В итоге еще чуть-чуть подержали мяч каталонцы на левом фланге. Потом перевели направо. Лео Месси принял его на бровке, находясь в приличной дистанции от ворот. Потом сыграл в стенку с Педро. Сейчас мы это увидим. И забил. Вот оно, индивидуальное мастерство. Альмерия хоть и всем составом оборонялась, 11 человек на своей половине поля, все равно против такого вроде бы простого, незамысловатого приема ничего не поделаешь. Но какой удар Лео Месси. Только большой мастер может пробить вот так. Мяч от штанги влетает в ворота. У вратаря здесь просто нет шансов. Дали пробить Лео Месси, безусловно. И это претензия к полевым футболистам Альмерии. Ну и голкипер просто наблюдает за тем, что происходит. 1-0. Барса повела. Педро.